самые принципиальные условия, которые поставил МВФ, их, ну, основных три. Так. Это пакет законов по банковской системе. Кстати, очень опасный пакет законов. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Это сливают банковскую систему под дядя Сэм. Угу. Это означает, что практически национальных инвесторов крупных в банковской системе не будет. Это очень опасно. Смотрите, что происходит в Румынии. В Румынии практически вся банковская система от западных инвесторов. Они берут полностью под контроль финансовые потоки страны. Это первое условие. Второе, это изменить бюджет. И они поменяли бюджет на 2016 года. Урезали 2 миллиарда лей расходов и доходов. Кстати, по расходам. Они урезали инвестиции на дороги, сельское хозяйство и социальную сферу. Вот те, которые были как бы вакантные места по образованию и так далее, вот оттуда они урезали. И третье условие принципиальное было по миллиарду. Почему они настояли по миллиарду? Потому что шум очень большой в мире по этим вопросам. И им некуда было деваться, МВФ, и они все-таки это условие оставили, хотя и Канду, и Филипп, и Плохотнюк, и все старались это условие оттуда снять, чтобы не было обязательным условием принятия закона по миллиарду.